Народные любимчики Биен захотели совместить приятное с полезным. Артисты отправились в Китай с целью отдохнуть и заодно снять клип. Но не тут-то было. Самая настоящая жара застала их врасплох. Как сейчас чувствуют себя молодые люди, узнал наш журналист. На какие только риски не идут наши звезды, чтобы удивить своих поклонников. К слову, нашумевшая на весь Казахстан группа BN отправилась покорять Восток. Но хорошего в этом было маловато, ведь молодые люди уехали на остров Хайнань в город Санья, где на тот момент царила невыносимая жара. Там очень красиво, но безумно жарко. Когда мы приземлились на остров, нам было очень душно, поэтому отдохнуть там не получилось, но со временем привыкли к погоде. Зато один из плюсов заметен налицо. За гору артистов можно только позавидовать. А еще выяснилось, что BN готовит далеко не один клип. Мы начинаем сразу 3 клипа снимать на 3 песни. Это уже все обдумано, все решено. И если не скрывать, то это дуэт все трое. И это еще не все. Совсем скоро артисты снова собираются покидать родные пенаты. И даже не мечтайте, ребята едут не на отдых, а снова работать. Надеюсь, в ноябре уедем за границу и будем снимать еще один новый клип. Да уж. А вот хотелось бы вам такой звездной жизни. Это ведь не только вечеринки, обложки журналов, большие гонорары, но еще и тонны непосильного труда. Так что хорошенько взвешивайте все «за» и «против», прежде чем заявлять о том, что хотите стать звездой. Султана Жеркибаева, Сержан Мельдаханов, Headliner.